Всем привет, ребят! Сегодня слушаем два EP, это Yumiko Yempty, а еще Винару и 44 Never Love, и Эмо там, Эмо у них EP есть. Давайте сначала Yumiko послушаем. Это девушка, так сказать, в хайпер-попе. Один трек мы слушали уже с Evan Hill'ом, Forget. Очень классно, мне понравился. Давайте погнали. Но с вас лайк, комментарий, подписка на канал не забываем делать. Погнали, Mirrors. Первый трек. Сейчас последняя встреча будет вебкам ночь, да ли? Приятный голос у нее. Будем вместе с тобой, мы никогда. И мне уже не больно, внутри пустота. Построить будущее у нас не получится. Наши совместные мечты улетучатся. Смотрю в зеркало, сама вижу тебя. Через него чувствую прикосновение. Закрываю глаза, надежды позабыть тебя. Ведь ты разрушил наши сердца. Перепутала, подумав, что это любовь. Я рукаву отражения разобью его вновь. Эти острые осколки принялся только больше. Последняя встреча будет в эту ночь. Смотрю в зеркало. Молодец. Очень качественно звучит, очень приятный голос. Мне нравится, нравится ее голос. Ну и в целом такая песня, такая она лирическая песенка, да. И 3 минуты даже, прикиньте. Это хорошо очень, мне понравилось. 10 из 10. Хороший трек. Такой легкий, спокойненький, да. Слушаем дальше фит с Лонером и Emptiness Inside. Лонер. Забери мое сердце, в нем только пустота.
Очень приятно, на самом деле, залетел сюда Лонер. Они классно звучат вместе. Гармонично, я бы сказал, реально офигенно звучат. У него офигенный парт тоже классно выдал. И Юмику классно спела. Хороший такой тоже спокойный трек. Тоже молодцы. Кстати, мы слушали Forget вот этот вот. Уже есть реакция, мы слушали. Я даже и не знал, что он тут есть. Кажется, снова забуду, каково это любить. На самом деле, мало кто вообще понимает, типа, о чем она поет, допустим. Вот. Вот. Кажется, снова забуду, каково это любить. Мало кто это поймет, вообще это мало кто поймет. Просто надо как бы вслушаться, понимаете, надо вслушаться. Неужели я остыл? Не могу найти выход, но здесь, да, здесь вот надо, типа, много раз послушать, чтобы понять. Ладно, давайте слушаем дальше. Every Night. Последний трек с EP. Каждая ночь мне снятся кошмары.
как бы все равно очень атмосферная EP у нее получилась, и вот этот атмосферный трек, хоть и с первого раза сложно понять все слова, да, но все равно это вайб классный, это приятные эмоции, и это хороший голос у девушки. Молодец она, будем ее ждать новых работ, там, не знаю, у нее вроде альбом вроде скоро будет, я не знаю, может, EP какой-нибудь. Ну, наверное, альбом мне скоро будет. Хороший, EP хороший, мне очень понравилось. Будем за ней следить. Как бы, потому что мало девушек в этом жанре, таких прям, которые мне понравятся, и за которыми мне будет интересно следить. Поэтому как-то так. Ладно, давайте слушать Винары, Never Love. Эмо EP называется. Погнали, аккаунт, первый трек. Ясно, чтобы было ясно, чтобы не погасло. Блин, откуда эта фраза? Ну, знаете, в принципе, такой хороший трек. Хороший трек, такой, знаете, как, какой-то такой, больше даже электронный бит тут какой-то, да, такие звуки, блин. Ну, такой, как бы, он больше, кто любитель, ну, такой прям энергичной музыки, то есть она тебя заряжает энергией. Это прям классно, классно, такую музыку где-нибудь рубить на фоне и что-то делать. Ладно, слушаем дальше Infinity. Причина.
А мне нечего взять. Прикольный трек, мне тоже нравится. Осталось на боя один. Вайбовый, офигенный вайб, и прикольный трек тоже сделан, как и первый, да, как аккаунт. Только немного отличается, конечно. Ну чё, хорошо двигаются. Правда, почему Эмма? Надо было что-то там такое, типа, почему Эмма? Почему Эмма, да? А надо было что-нибудь такое, типа, энергетик Эмма. Типа, энергетический Эмма надо было на альбом. Ну ладно, я шучу. Хороший трек, хороший. Погнали дальше, Вот этот трек вроде и поначалу классно, но потом немного было, ну, не очень мое на самом деле, то есть, как бы, ну, 50 на 50, то есть, если сравнивать с двумя треками, которые, ну, мы слушали, этот он такой, знаете, он на оценку ниже, мне кажется, то есть, на один балл ниже. Но в целом так, типа, ну, пока что энергетика сама в песнях не меняется, да, то есть идет так же, типа, долбит. Ладно, слушаем, что будет дальше. Шинен, я не знаю, что это. Шинен. Признаки наложить.
немецкий разработчик этих видеоигр, да. Сводишь с ума, часто снимая одежду, немного я тут не понял. Но там, видимо, о девушке, да, что-то такое было тут, как бы, в этом треке. Ну, такой, знаете, средний, тоже, как и 12, на самом деле, то есть такой, типа, что-то такое, что-то, ну, почти на одном уровне, да, что-то. Ладно, и последний трек давайте глянем с Cars. Дай мне знать, что я живой, не узнаешь мою боль. Я кричал тебе постой, мы не встретимся с тобой. Считай, за этот момент я успел все потерять. Если ты твой для меня, тогда ты у нас ночью один. Я думаю, это звание лучшего трека с альбома, то есть мне понравился очень. И как бы я его особо и не раскусил, да, поэтому мне хочется еще раз послушать, да, чтобы вникнуть. И как бы, ну приятно звучит и отличается, видимо. Ну, то есть очень отличается от других песен. Хороший EP. На самом деле, то есть для, ну, хорошей EP, молодцы. Что сказать, я не знаю. Пишите свои комментарии, что еще глянуть и все такое. И подписывайтесь на канал, на Инстаграм, на ВК. Все делайте, не забывайте. Всем пока.